первенстве республики среди детских команд ряд побед одерживает футбольный клуб «Спарта». Так, 2010 год становится чемпионами осеннего первенства, 2011 и 2013 – весеннего. 2012 год берет серебряные медали. Еще 5 лет назад заниматься в «Спарте» начинало 30 детей, сейчас их уже 300. Занимаюсь этим делом. Я вообще с 6 лет сам в футбол начал играть. Играл, после того стал уже тренером. Нравится с ребятишками возиться, передавать опыт какой-то. Может быть, учить тому, чего сам в то время еще не мог делать. Большое спасибо хотелось бы сказать всем родителям, которые также доверили своих детей нам и всячески помогают. Большое спасибо нашим партнерам, которые помогают с арендой полей, залов, экипировкой. Имеются у «Спарты» и победы на уровне страны. Так, в этом году бурятская команда стала чемпионами «Петербургскап-2021». В эти дни ребята 2011 года рождения выступают на футбольном фестивале Академии «Искра» в Хабаровске. Другими словами, результаты есть, поэтому довольны и сами юные футболисты, и родители. Вот занимаемся 5 лет. Достижение нашей четырехкратной чемпион республики, уже 2011 года рождения ребенок. Ну, всем довольны, мужают на глазах, занимаются делом. Я сам начинал, ну, в детстве тоже играл в футбол, поэтому привел ребенка в этот вид спорта. У нас хорошие успехи, у нас все получается, мы потому что упорно тренируемся, много тренируемся, почти целую неделю подряд. Ну и для меня все хорошо складывается. Мне очень нравится этот вид спорта. Я играю, потому что это моя мечта. Какая твоя мечта? Чего ты хочешь добиться? Я хочу стать футболистом. Добавлю, что у футбольного клуба «Спарта» с этого сезона образовалась и взрослая команда. Благодаря этому выпускники школы теперь имеют возможность пробовать свои силы во всех республиканских турнирах. Дмитрий Гамбоев и Вячеслав Батоев. Новости дня.